Привет. Это тебе. Спасибо. Красота какая. Что это? А это самый лучший подарок любимой женщине. Ух ты. А что там внутри? Идем посмотрим. Ну, давай. Какие цветы красивые. Ой, как. Это тебе, любимая. Ух ты. Спасибо большое. Открывай. Ну, что это за красота? Вот. Как же это? И это подарок? Конечно, это подарок тем, кого очень любят. Господи, что? Что ты сделал с рубашкой? Я же забыла совсем собаке лапу помыть. Какой кошмар. Что мы теперь будем делать с твоей рубашкой? Ничего страшного. Смотри. Порошок, которым мы пользовались все это время. Слава, здесь совсем дело в другом. Синтетические моющие средства опасны для вашего здоровья. Основные действующие вещества синтетических моющих средств – это фосфаты и анионные поверхностно-активные вещества. Действуя совместно, фосфаты и анионные поверхностно-активные вещества взаимно усиливают свои токсические эффекты. Это сильнейшие яды. Страны Западной Европы 15 лет назад полностью запретили или резко ограничили до 12% от массы порошка применение фосфатов. В нашей стране лидируют порошки с запредельной дозой фосфатов 50-60%. После стирки порошок не вымывается полностью. Поверхностно-активные вещества, усиленные фосфатами, проникают в микрососуды кожи, всасываются в кровь и распространяются по организму. Это приводит к изменению физико-химических свойств самой крови и нарушению иммунитета. Фосфаты представляют собой большую угрозу для окружающей среды, попадая после стирки вместе со сточными водами в водоемы. Способность синтетических моющих средств к пенообразованию существенно уменьшает эффективность работы очистных сооружений. Большинство населения европейских стран пользуется водой для питья из рек. Еще и по этой причине во многих странах законодательно запретили применение фосфатных синтетических моющих средств. Какое моющее средство выбираете лично вы? Ваш личный выбор влияет на здоровье вашей семьи, страны и планеты. Ну вот видишь, все отстиралось. Ну что? Саша, ты меня не хотел. Хорошо. Боже мой, какое дело, Саша? Я его купила для других целей. Спокойно. А, какой ужас. Смотри. Не может быть. Ни вина, ни кетчуп. Не может быть. О, супер. Вот это да. Вот это средство. Неужели за такое короткое время отошли всегда? Да, элементарно.
Вау! Я тобой восхищена. Теперь, Слава, работа в доме для меня всегда праздник. Ты понимаешь, что это абсолютно безопасно для здоровья, рук, отличное качество и прекрасные результаты? Да, я лично в этом убедилась. Теперь я понимаю, что это действительно великолепный подарок для любой женщины.